Депутатский корпус с одобрением принял пилотный проект Стерлитамакского троллейбусного управления. Меняется не только способ оплаты проезда, но и сами троллейбусы. А сколько лет существует электротранспорт в городе, узнаем у горожан. 61-го я замуж вышла в этот год, и был троллейбус. Ну, лет 70 назад. Ну, лет 50-60. Лет 60. Ну, где-то, может, за 100. 20 лет где-то, может быть. Лет 70, наверное. 25-20. Ну, лет 70. Ну, лет 50, наверное, 55. По данным троллейбусного управления, 25 февраля 1961 года на обкатку вышел первый троллейбус, за рулем которого находился водитель Хайдар Урманов. Электротранспорт прошел до центрального рынка в сопровождении ремонтной бригады. Сейчас в городе 130 троллейбусов и 22 маршрута.